ओम नमो भगवते वासुदेवाय Если вы будете читать Шримад-Бхагаватам,
как он есть, достаточно не углубляясь, то может быть вы сможете увидеть на Господа читания Богослова. Этому есть своя причина. Почему? Потому что Господь читания Богослова никогда не принимал, что он Аватар, что он Кришна. Он всегда в отношении с другими людьми, он всегда действовал как джива. Более того, когда преданные обращались к нему, а они делали это очень часто, они обращались к нему как Верховному Господу, Вишну, Бхагавану. Господь Чайтанья Махапрабху закрывал уши и кричал, повторялся за имя Господа, Вишну, Вишну. И при этом он говорил, я джива, как ты можешь приравнивать Верховного Господа, Вишну, к дживе? Это большое оскорбление. Но те, кто получили милость Господа Чайтанья Махапрабху, его близкие спутники, и также его последователи в цепи ученической преемственности, идущие к нему, эти преданные могут понять, что он на самом деле является не живым, но он является скрытым воплощением Господа. Он является Чанна-аватаром. Я уверен, что многие из вас слышали этот термин Чанна-аватар. Чанна-аватар означает буквально скрытое аватар, скрытое воплощение Господа. И это слово, это два слова, взяты из Шримад-Бхагавата, ниоткуда иначе. Эти слова произносит никто другой, как великий Махабхагават Шри Прахлад Махарадж, 7 песни Бхагавата, 7.9.38. Он говорит, «Итам ритти риакри шидева джаша аватарая, локан вибхавая синхамси джагат пратипан, дхармам махапуруша паси, дуган вриташ, чанна калава, ядабхавас, три югота садхам». В этом стихе он говорит, что ты, о мой Господь, вот он обращается к Господу Нарсимха. Перед ним сидит Господь Нарсимха Дев на асане, на симхасане, на троне. И Прахлад Махарадж, вознося ему молитву, обращаясь к нему, если вы помните, все полубоги даже боялись подойти к Господу Нарсимха Деву, но Прахлад Махарадж не испытывал страха, он подошел к нему, стал возносить ему молитву, и в числе этих молитв он произносит также этот стих. Он говорит, что ты, о мой Господь, воплощаешься в образе человека, животного, великого святого, полубога, рыбы и даже черепахи. Ты поддерживаешь все планеты Вселенной, сокрушаешь основы демонической жизни. Ты хранитель законов религии, установленных для разных эпох. Но в векале, Калау, ты не раскрываешь себя, как Верховную Личность Бога. Поэтому тебя называют Три Юга, тот, кто приходит в этот мир в Три Юги. Здесь он говорит «Чанна калавья дабхавас Три Югота саттвам». Ты, мой Господь, не открываешь себя в Кали-Югу, поэтому мир не знает, что ты приходишь в Кали-Югу. Большинство людей в этом мире не знают, что ты приходишь также в эту четвертую Югу. Поэтому они знают тебя под именем Три Юга, что означает «тот, кто приходит в Три Юги». Но Прахлад Махарадж понимал, что Господь приходит даже в те далекие времена, в Сатья-югу это происходило. Много-много тысяч лет тому назад Прахлад Махарадж понимал, что Господь приходит в Кали-югу также, но он приходит в совершенно другом образе, в другом виде. И на Господа Чайтанью Махапрабху непосредственно указывает несколько стихов из 11 песни Бхагаватам. Один из них конкретно говорит о приходе Господа в Кали-югу. В 11 песне Бхагаватам великий мудрец Карабаджана Муни, один из девяти сыновей Господа Ришабхадевы, Нава-Югендра, дает наставление Махараджу Ними, великому царю Видехи. И он рассказывает ему науку Бхакти. И Махараджа Ними спросил у... Не только он, все девять Югендр, Нава-Югендр. Каждый из них рассказывает какие-то отдельные темы Махараджу Ними. И когда Махарадж Ними спросил о воплощении Господа, которое приходит в разные эпохи, в разные юги, то Карабаджана Муни, описывая разные воплощения Господа в разные юги, он говорит, Сатья-югу Господь приходит в образе в белой форме, он известен под такими-то именами. В Трета-югу он приходит в красной форме, он носит камандалу, там, посох, он одевается в кору деревьев. Потом в Двапара-югу он приходит в другой форме. Но в Кали-югу, он говорит, он приходит в следующей форме. Он говорит, Кришнаварнам, Твиша Кришнам, Санго, Панга, Астра, Паршадам. Ягьяй Санкиртана Праяр, Яджантихи Сумедаса. Знаменитый стих, который очень часто цитирует наши ачарьи, в частности Шрила Прабхупада. Яджантихи Сумедаса означает, что люди, обладающие разумом в Кали-югу,
Таких людей, к сожалению, в Кали-югу не так много, но люди, обладающие разумом, сумедаса означает люди, у которых тонкий разум, которые понимают вещи, какими они есть. Они поклоняются Господу Яджантихи Сумедаса, который внешне, его цвет тела Твиша Акришна, не черный. Кришна означает темный, одно из значений слова. У Господа Кришны тело темного цвета, темной грозовой тучи. Но в Кали-югу тот же самый Господь Кришна приходит в облике, в котором цвет его тела Акришна. Акришна означает не темный. Твиша Акришна означает цвет его тела не темный. Но при этом Каравагина говорит Кришна Варнам. Кришна Варнам. Варна означает, это может означать также цвет тела Варна. Но Варна также означает буквально слоги. Варна означает слог. Поэтому Кришна Варна может иметь два смысла. С одной стороны, это может указывать на то, чье тело темного цвета, Кришна Варна. Но далее он говорит Кришна Варна Твиша Акришнам. У тебя, если принять слово Варнам как цвет тела, то получается противоречие. У тебя цвет тела черный, но кожа не черная. Цвет тела у тебя темный, но кожа не темная. Противоречие. Поэтому в этом смысле наши ачарьи объясняют, в этом стихе это слово не может иметь этого смысла. Оно принимает другой смысл. Оно принимает смысл слога. Кришна Варнам означает два слога. Кришна. Тот, кто повторяет все время эти два слога, Кришна, его называют Кришна Варнам. Господь Чайтанья Махапрабху в Кали-югу не делал ничего другого. Он только этим и занимался. Только повторял святые имена Господа Кришны. Кришна Варнам. С другой стороны, также Вишна Чакраварти Такур пишет, что Кришна Варнам в этом стихе может указывать на того, в чьем имени есть эти два слога Кришна. В чьем имени есть эти два слога Кришна. В имени Господа Чайтанья Махапрабху эти два слога Кришна или Кришна на санскрите. Эти два слога были в имени Господа Чайтанья Махапрабху, потому что Господа Чайтанья Махапрабху звали Шри Кришна Чайтанья. Ему его духовный учитель Шрила Кешава Бхарати Госвами на церемонии саньясы, при посвящении саньясу, дал ему имя Кришна Чайтанья. Мы обычно называем его просто Господь Чайтанья или Махапрабху, Чайтанья Махапрабху. Но его зовут Кришна Чайтанья, поэтому в его имени есть эти два слога Кришна. Также Джива Госвами пишет, что Кришна Варнам, еще есть один смысл в этих словах, Кришна Варнам может означать того, видя которого люди начинают повторять Кришна, Кришна. Когда люди, если вы читали Чайтанья Чаритамриту, в Мадхи-лиле Чайтанья Чаритамриты описано, что когда Господь Чайтанья Махапрабху путешествовал в Южной Индии, то люди просто видя его, когда он приходил в какую-то деревню, люди, просто видя его, они начинали повторять святое имя Господа. Они даже не слышали, может быть, видели его издалека, но они, видя его, просто начинали повторять святое имя Господа Кришны. Они начинали повторять Харе Кришна Махамантру. Но даже это еще не самое удивительное. Потом те люди, которые видели тех людей, которые видели Господа Чайтанью, тоже начинали повторять святое имя. И так продолжалось по парампаре вплоть до нашего времени фактически. Поэтому во все Кали-юги, во всей юге Кришна приходит, в том числе и в Кали-югу. Вишвана Чакраварти Такур комментируя этот стих, он указывает на очень тонкий момент, который, опять же, не так легко бросается в глаза. Если вы читали 10-ю песню Бхагаватам, то наверняка вы знаете, что когда Гаргамуни давал Господу Кришне, когда он проводил церемонию наречения именем Намакарана Самскару для Господа Кришны, то он говорил Нанди Махараджу, твой сын уже приходил раньше в разных телах разных цветов. Он приходил в форме белой шукла ракта стата пита. Он приходил в белой форме, он приходил в красноватом теле, он приходил в желтом теле. И даним Кришна там гата. А сейчас он пришел в форме Кришны, в темном цвете тела. В этом стихе он говорит, что в одну из юг Господь приходит как пита. Пита буквально означает желтый. Пита означает желтый. Господь приходит в цвете, в теле желтого цвета или золотого цвета. Это тоже одно из указаний на Господа Чайтанью Махапрабху.
В этом стихе также говорится, что Господь приходит не сам. Здесь говорится Санго, Упанга, Астра, Паршада. Есть четыре спутника или четыре сопровождающих вещей у Господа Чайтанья Махапрабху. Санга — его спутники, Анга — это его буквально части тела, Упа-Анга — это его украшения, и Астра — это его оружие, а Паршада — это его ближайшие спутники. Сейчас мы будем разбирать этот стих чуть-чуть поподробнее, но наши ачарьи говорят, что поскольку этот стих описывает Господа Чайтанью Махапрабху, то Паллада Видьябхушана говорит, что Анга, части тела Господа в этом стихе, это Господь Нитьянанда и Господь Адвайта Ачарья. Они являются частями, они практически не отличны от Господа. Почему? Потому что они оба принадлежат к Вишну Татве. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что есть один Махапрабху и есть двое Прабху. Один Махапрабху — это Господь Чайтанья Махапрабху. Тогда как двое Прабху — это Нитьянанда Прабху и Адвайта Ачарья Прабху, Адвайта Прабху. Все остальные являются уже не Вишну-татвами. В Панча-татве и среди спутников Господа Чайтаньи все остальные — это уже либо Шакти-татва, либо Джива-татва. Вишну-татва — это только эти трое. Поэтому Адвайта Ачарья и Господь Нитьянанда Прабху являются частями тела Господа Шри Чайтаньи Махапрабху в этом смысле. Не то, что они непосредственно являются частями его тела, но в таком более сокровенном духовном смысле. Упанга, его украшения или его более мелкие части тела, более маленькие части тела, это его слуги, такие как Шривастакур, которые принадлежат к Джива-татве. Шривастакур является упангой или украшением Господа Чайтанья Махапрабху. Астра, что касается астры, астра означает оружие. Астра. Какое оружие у Господа Чайтанья Махапрабху есть? У него нет оружия. Кришна приходит с оружием. Особенно, когда Кришна в Двараке, то у него есть чакра. Господь Нараяна носит оружие. У него есть булава в одной руке и чакра в другой руке. Два вида оружия. Ими Господь Вишну или Господь Нараяна, даже Господь Кришна убивает демонов и защищает своих преданных. Мы знаем, что Господь, к примеру, Господь Кришна своей чакрой снес голову Шишупале, даровав ему этим освобождение. Господь Кришна специально пришел для того, чтобы убивать демонов и восстанавливать принципы религии. Но Господь Чайтанья Махапрабху пришел, и мы знаем, что он не убивал демонов. Господь Чайтанья Махапрабху в своей жизни мухи не обидел. Он не убил никого, абсолютно никого. Но при этом он убивал. Он убивал наше демоническое настроение, говорит Шрила Прабхупада. Поэтому оружие Господа Чайтанья Махапрабху — это святые имена Господа Кришны, с помощью которых Он разрушает греховное, демоническое настроение жителей Кали-юги. Это Его оружие, это Его анга, и это Его астра, которая под корень срубает авидью, невежество. Тогда как Паршада — это те спутники Господа, которые очень близко находились к Нему, которые сопровождали Его постоянно, такие как Гададхар, Говинда, Его слуга, Сваруп Дамодар, Госвами, Рамананда Рай. Это Паршады или спутники Господа Чайтанья непосредственные. Интересно, что, опять же, мы сейчас говорим немножко, может быть, на будущее, потому что 11-я песня Бхагаватам, к сожалению, пока у нас нету еще на русском языке. И, может быть, большинство из вас не имеют пока что возможности почитать ее. Но когда она появится на русском языке, это произойдет достаточно скоро, буквально через короткий промежуток времени, год, два, три максимум. Они уже все переведены, просто они ждут своего времени. В пятой главе 11-й песни Карабаджана Муни, произнеся этот стих о Господе Чайтанье, он сразу же, интересно, он сразу же начинает молиться, возносить молитвы. Описывая каждую аватару в Сатья-югу, в Трета-югу, Двапара-югу, Карабаджана описывает его качество, его форму, его деятельность, чем он занимается. И потом он сразу произносит либо молитву, которой поклоняются этой аватаре в определенную югу, либо просто он сам молится этой юга-аватаре. И когда он произносит этот стих о Господе Чайтанье Махапрабху, скрытый стих, то он сразу же начинает молиться ему. И он произносит две молитвы, в которых
он обращается к Господу как Махапуруша. До этого он обращался к нему другими именами, но здесь, когда он обращается к Господу в Кали-югу, Кали-юга аватаре, он обращается к нему как Махапуруша. Интересно, что некоторые комментаторы говорят, что это еще одно указание на то, что Махапрабху будет известен под этим именем Махапрабху в Кали-югу. Потому что Карабаджана Муни называют его Махапуруша. Пуруша означает повелитель или человек, живое существо, личность, более подходящая для Господа. Тогда как Махапрабху означает великий Прабху, великий повелитель. То же самое. И он говорит, он произносит стих «Деян сада парибхавагнам абишта догам тиртаспадам шива виринчинутам шараньям». Бритяртігам пранатапала бхавабдіпотам ванде Махапуруша сте чаранаравіндам. Я кланяюсь, о Махапуруша, твоїм лотосним стопам, которые являются единственным прибежищем для всех и которые являются вечным объектом медитации для всех. Дьеян сада. Эти стопы устраняют все затруднительные положения в этом материальном мире и свободно удовлетворяют величайшие желания души, даруем высочайшее благо для души, Кришна Прему, обретение любви к Богу. Твои стопы, о дорогой Господь, являются прибежищем всех святых мест, Тиртаспадам, и всех святых учителей преданного служения. Им поклоняются великие полубоги, такие как Господь Шива и Господь Брама. И ты так милостив, что по своему желанию ты защищаешь всех, кто просто кланяется тебе с почтением. Если мы просто кланяемся с почтением Господу Чайтанья Махапрабху, Господь обеспечит нам свою защиту, потому что Он очень милостив. Ты так милостиво избавляешь своих слуг от всех страданий. Твои стопы являются подходящей лодкой для пересечения океана рождения и смерти, поэтому даже Брама и Шива ищут у них прибежище, у твоих лотосных стоп. Ачарьи, которые комментируют этот стих, говорят, что Дьеян Сада указывает, если вы прослушали этот перевод, то здесь говорится «Дхеям сада». Твои стопы являются единственным объектом медитации. И Вишна Чакраварти Такур пишет, что «Дхеям сада» указывает на процесс намакиртаны. Потому что Господь Чайтанья Махапрабху принес процесс харинама санкиртаны. Это был главный способ медитации на лотосные стопы Господа. И есть главный способ медитации на лотосные стопы Господа до сих пор. И будет так же. И Господь Чайтанья Махапрабху сказал, что святое имя нужно повторять везде, при любых обстоятельствах и любые времена. Более того, Господь Чайтанья, как говорят иногда, рассказывает историю о том, что Господь Чайтанья Махапрабху одного мальчика назвал своим гуру. Он дал ему имя Гопал Гуру, который впоследствии стал великим Гопал Гуру Госвами, одним из великих ачарьев. Почему? Потому что некоторые говорят, что это был сам Господь Чайтанья, к которому Гопал Гуру обратился. Некоторые говорят, что Господь Чайтанья увидел или услышал то, как Гопал Гуру обратился и дал ему это имя. Но так или иначе, смысл в том, что однажды Господь Чайтанья Махапрабху или другой человек, о котором Господь Чайтанья Махапрабху услышал, есть два разных варианта этой истории, но так или иначе, эта личность сжимала язык. Господь Чайтанья Махапрабху зажимал язык среди своих зубов. Зубами сжимал язык. Вот так. И Гопал Гуру, маленький мальчик, Гопал увидел это, и он спросил, а почему ты это делаешь? Зачем ты зажимаешь язык зубами? Господь Чайтанья сказал, ты знаешь, я сошел с ума. Я постоянно повторяю святое имя Кришны. Я не могу не повторять святое имя. Но когда я хожу в туалет, то это нечистое место, и я не хочу в нем повторять святое имя, потому что это своего рода неуважение к святому имени. Не то чтобы оскорбление, но неуважение повторять настолько чистую, возвышенную такую вибрацию в нечистом месте. Но Гопал сказал Господу Чайтанья, он сказал, а если вдруг с тобой что-то случится, настанет... Поэтому я склонен считать, что это был не сам Господь Чайтанья, может быть, это был кто-то другой, о котором Господь Чайтанья услышал. Он сказал, если ты в этот момент, к примеру, оставишь тело, что тогда с тобой случится? А так, если ты будешь повторять святое имя, то ты будешь помнить о Кришне, и ты достигнешь Кришны даже в этот момент. И Господь Чайтанья, когда он услышал об этом, он сказал, этот мальчик постиг самую сокровенную татву в повторении святого имени. Он постиг величие святого имени. Святое имя нужно повторять везде, всем и при любых обстоятельствах.
Поэтому он является моим гуру. После этого он стал называть Гопала не просто Гопал, а Гопал-гуру. Другими словами, Господь Чайтанья Махапрабху подчеркивал, что Святое Имя нужно повторять везде, всегда, даже в таких грязных местах. Он говорит «Киртанья Сада Гари». И здесь, в этом стихе, говорится «Дьеям Сада». Нужно тоже всегда медитировать на твои лотосные стопы. И Вишна Чакраварти Такур говорит, что это указывает на процесс Харинама Киртаны, у которого нет строгих правил. Кала Деша Патра здесь не играет роли. Господь Чайтанья Махапрабху сам говорит об этом во втором стихе Шикшаштаки. Шива Виринчи Нутам, здесь говорится, Шива Виринчи Нутам означает, что Шива и Виринчи, Шива и Господь Брама, Виринчи означает Брама, поклоняются твоим лотосным стопам. Они поклоняются тебе. Кришна Чакраварти Такур говорит, что это справедливо по отношению к Шиве и к Браме, но также это справедливо по отношению к спутникам, ближайшим спутникам Господа Чайтанья, в частности, к Харидасу Такуру, в чем облике явился Господь Брама в лилах Господа Чайтанья Махапрабху, и к Адвайте Ачарье, который является воплощением Сада Шивы, Господа Шивы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что в этом стихе указывается на несколько лил Господа Чайтанья в сжатой форме. Мы позавчера говорили о том, что Бхактивинода Такур в первом стихе Бхагаватам, в самом первом стихе Бхагаватам, описывает из первого стиха всю Чайтанья Чаритамриту практически. Он описывает все самые главные деяния Господа, основываясь на первом стихе, просто в одном первом стихе Бхагаватам. Он видит все деяния Господа Чайтанья Махапрабху. К сожалению, это очень длинное, очень такое достаточно сокровенное описание. У нас, скорее всего, не будет времени, чтобы его в этот раз обсудить, но оно есть. Оно со временем станет доступно всем нам. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что в этом стихе «Бритья Артигам» означает, что Господь Чайтанья устраняет страдания своих преданных. В частности, Он устранил проказу своего близкого спутника Васудевы. Если вы помните, Васудева был прокаженным, и Васудева молился о том, чтобы, когда он, не то чтобы молился, когда он видел, как из его язв на его теле, в которых были уже даже завелись маленькие живые существа, когда он видел, как они выпадают оттуда, он поднимал их и ложил их обратно. Представьте себе только сострадание Васудевы, прокаженного Васудевы. Когда Господь Чайтанья Махапрабху увидел это, он обнял Васудеву, он не выдержал. Васудеве это причинило большие страдания, потому что из его пор, этих язвочек на его теле сочился гной. Ему было очень неприятно осквернять Господа Чайтанья Махапрабху этим гноем. Но Господь Чайтанья Махапрабху, обняв его, излечил его от проказа. Васудева стал полностью здоровым. После этого Господа Чайтанью стали называть Васудева Амрита Прада, тот, кто даровал Васудеве нектар бессмертия в частном виде, здоровье также. Следующий стих, который произносит Карабаджана Муни, еще более конкретно описывает Господа Чайтанью Махапрабху, еще более сокровенней, еще более удивительный описывает Господа Чайтанью. Мы будем сейчас чуть-чуть позже говорить о еще более сокровенной теме, насколько это возможно для нас, но здесь тоже Господь Чайтанья описан очень удивительным образом. Так, что это может понять тот, кто понимает, кто такой Господь Чайтанья. Но человек, который не понимает Господа Чайтанью или не обладает верой в Господа Чайтанью, увидит в этом стихе что-то другое. Или человек, который просто не знает о Господе Чайтанье, как те, кто читали Бхагаватам до Господа Чайтанья, он увидит в этом что-то другое. Это тоже будет справедливо. Поэтому этот стих имеет три разных толкования. Этот стих, который мы сейчас прочитаем, это следующая молитва Карабаджана, это 11.5.34. Это знаменитый стих, который Шрила Прабхупада часто цитировал. Здесь говорится «Тяктва судустьяджа сурепсита раджа лакшмим, дармишта арьявачаса ядагадараньям, маям рыгам таятаепсита манвадхават ванде махапурушасте чаранаравиндам». «Тяктва судустьяджа сурепсита раджа лакшмим, о Махапуруша, я поклоняюсь твоим лотосным стопам. Ты отказался от общества богини удачи и ее роскоши, ее богатства, от которых чрезвычайно трудно отказаться и к которому стремятся даже великие полубоги. Господь от этого отказался. Сейчас мы поговорим о том, какой именно Господь от этого отказался. Будучи самым верным последователем пути религии, ты ушел в лес, подчиняясь словам старших». Далее этот стих описывает то, что мы сейчас будем обсуждать.
Разные комментаторы Шримад Бхагаватам, они говорят, что этот стих описывает три разных формы Господа. Первый из них — Шридхар Свами, которого Господь Чайтанья Махапрабху назвал самым авторитетным комментатором Бхагаватам, самым первым комментатором Бхагаватам. И более того, он сказал, что в Чайтанья Чаритамрите есть эта история, он сказал, что тот, кто не считается с авторитетом Шридхары Свами, я считаю его женщиной легкого поведения, которая не принимает авторитет своего мужа. Другими словами, любой человек, который знает Бхагаватам, он должен делать это, идя по стопам Шридхары Свами. Это делали наши все ачарьи, Джива Госвами, Вишна Чакраварти Такур. Если человек говорит что-то противоположное утверждением Шридхары Свами, то мы не принимаем его авторитет, если он противоречит Шридхаре Свами. Шридхар Свами говорит, что этот стих описывает Господа Рамачандру. Если вы слушали перевод, то в принципе очевидно, что этот стих описывает Господа Рамачандру. Тяктвасу дусти джасурай пситараджа лакшми. У Господа Рамачандры было царство, которому не было равных нигде. Айодья — это была Вайкунтха. Потому что когда Господь находился в Айодье, на этой планете, в своей обители в Айодье, то вместе с Ним в эту обитель пришла вся Айодья из духовного мира, Вайкунтха. Поэтому нету равных этому царству. Это Сурепсита Раджа Лакшми. Это царство, к которому стремятся даже полубоги. Даже полубоги завидуют такому царству. Более того, там, в царстве у Господа Рамачандры, была жена, которую звали Сита. И Сита была никем иным, как самой богиней процветания. Более того, источником всех богинь процветания, которые есть на Вайкунтху. Сита была Шри Деви, Лакшми Деви. Но Господь Рамачандра, повинуясь указаниям старших, здесь говорится «Арья Вачаса». «Арья» означает «старший» или «тот, кто обладает большим знанием», «тот, кому нужно относиться с почтением», «цивилизованный человек». «Арья Вачаса». Господь Рамачандра, повинуясь указаниям старших, из-за того, что он был дхармишта, он был прочно утвержден на пути религии, он ушел в лес, Ядагад Аранья. Он ушел в лес. И он отказался от своего царства в самый день своей коронации, накануне своей коронации. Представьте себе. Все в царстве знали о том, что завтра Господь Рамачандра будет коронован на царство, что завтра у них будет, наконец-то, у них будет тот царь, которого они так любят. Не то, что они не любили Махараджа Дашаратху, нет, они его очень любили, но поскольку Господь Рамачандра был самой верховной личностью Бога, к нему они испытывали особое чувство, как к Верховному Господу. Но Господь Рамачандра накануне своей коронации отказался от этого и ушел, повинуясь просьбе своего отца. Более того, здесь в этом стихе говорится «Майя мригам даитая ипсита анвадхават». Анвадхават означает, что он побежал буквально за майя мригой. Мрыга означает олень. Майя мрыга означает иллюзорный олень. Даита ипсита означает желаемый и его возлюбленный. Когда Сита Деви пожелала оленя, она сказала, я хочу, чтобы у нас рядом в этом лесу жил этот олень, золотой олень, то Господь Рамачандра, повинуясь из любви к своей жене, к своей супруге Сите Деви, повинуясь ее просьбе, он пошел, погнался за этим оленем. Поэтому Карабаджана говорит, я кланяюсь лотосным стопом Махапуруши. И Шридхар Свами говорит, что этот стих описывает Господа Рамачандру. Это одно прочтение этого стиха. Но есть другой смысл этого стиха также, который одинаково справедлив. Помните, мы позавчера обсуждали разные смыслы первого стиха Бхагавата. И мы говорили, что в каждом слове Бхагавата, в каждом слоге Бхагаватам есть бездна смысла. Господь Чайтанья Махапрабху об этом говорит. Пратишабде пратьякхаре нанайартахой. В каждом слове и в каждом слоге есть бесконечные смыслы. Просто нужно уметь видеть их. Для этого нужна особая милость Кришны. Джива Госвами, другой комментатор этого стиха, говорит, что этот стих описывает Господа Кришну. Казалось бы, как этот стих может описывать Господа Кришну после того, как он описал уже Господа Рамачандру? Все так логично, последовательно. Он описывает Господа Рамачандру, куда сюда вставить Господа Кришну. Но он говорит, что Раджа Лакшми, или райское царство, великолепное царство, это обитель Господа Кришны по имени Мадхура.
Мадхура это тоже источник всех Вайкунт, это тоже Раджа Лакшми, это тоже духовный мир, это тоже обитель Господа, в котором присутствует все его энергии. Мадхура — сосредоточие всего богатства. Он приводит стихи с одной из Пуран, в которой говорится, что Мадхура, после того, как ее коснулись лотосные стопы Господа, стала обителью всего богатства, всей роскоши, всего великолепия. Господь Кришна, как описано в Бхагаватам, явился в Мадхуре, в тюрьме, у Деваки и Васудева. Он явился там. Но, едва явившись в этой Раджа Лакшми, он сразу же ее тяктва оставил. Он ушел оттуда. Тектва Судурстиджа, Сурепсита Раджа Лакшми. Почему он ее оставил? Если вы читали источник вечного наслаждения, наверняка вы уже знаете ответ. Потому что Деваки и Васудевы попросили Господа Кришну, пожалуйста, скрой свою четырехрукую форму, прими обычный облик обычного человеческого ребенка. И потом Васудева перенес Господа Кришну во Вриндаван. Поэтому Господь Кришна, едва явившись в этой обители всего великолепия, в Раджа Лакшми, Мадхуре, которые стремятся даже великие полубоги, кланяются ей, Господь Кришна сразу же ее оставил, повинуясь просьбе своих старших, своих родителей, Арья Вачаса. По их просьбе он ушел. Куда он ушел? Я догадываюсь, Араньям. Он ушел в лес. Какой лес? Вриндаван. Аранья и Ван — это одно и то же. Ядагада Араньям означает, что Кришна ушел во Вриндаван. Он ушел во Вриндаван. Более того, Шиладжива Госвами говорит также, что дармишта — это слово, как дармишта — это превосходная степень сравнения от слова дарми, от слова утвержденный в религии, утвержденный в праведности, дарми. И это слово может относиться к Вриндавану. Вриндаван является сосредоточием всей дхармы. Вся дхарма заключена во Вриндаване. Вриндаван — это высшая дхарма. Нет ничего выше этого. И царь этого леса, Вриндавана, Нанда Махарадж, является, соответственно, самым утвержденным в дхарме. Он является дхармиштой. Он является лучшим из тех, кто следует по пути праведности. Почему? Потому что сам Господь Кришна явился его сыном. Что может быть выше этого? Что может быть лучше этого? Далее Майямригам. Майямригам — это уже достаточно сокровенное объяснение. Майямригам. Мрига, опять же, может означать олень, но мрига означает, может означать также на, указывать также на любое живое существо, которое движется по земле. Мрига означает тот, кто идет по земле, тот, кто ходит по земле. Обычно это животное, но в частности это олень. Майямрига. Этим словом часто в санскрите называют игрушки, как деревянные куклы или деревянные какие-то игрушки, которыми дети балуются, играются. Так вот, Майямригам Даитая Ипсита Анвадхават означает, что Господь Кришна настолько сильно привязан к своим преданным, в частности к гопи, в частности к самой лучшей из всех гопи, что Он становится игрушкой в их руках. Он настолько любит своих преданных, что Он становится игрушкой в их руках. И, повинуясь их любви, он бегает по Вриндавану буквально. Он бегает по Вриндавану, но он не покидает пределы Вриндавана, потому что он игрушка в их руках. В частности, в руках Шримати Радхарани. Это очень сокровенное объяснение, но оно есть. Просто для того, чтобы дать вам понять, что такое Шримад Бхагавата, насколько он глубок и насколько он сладок. Но мы говорили здесь с вами о Господи Чайтанье Махапрабху, мы немножечко отошли в сторону, обсуждая Господа Рамачандру и Господа Кришну. Как же этот стих указывает на Господа Чайтанью, можно спросить. Хорошо, два объяснения, очень удивительные объяснения, потому что их объясняют наши ачарьи, но как это связать с Господом Чайтаньей? Вишванат Чакраварти Такур в своем комментарии к этому стиху говорит, что этот стих описывает Господа Чайтанью Махапрабху. Он описывает его следующим образом. Он говорит, что Раджа Лакшми — это, опять же, обитель Господа, но его обитель Навадвипа, в которой у Господа тоже было проявлено все великолепие. В читании Бхагавате, в особенности, в читании Чаритамрити также описан период жизни Господа Чайтаньи в Навадвипе. И там описано, что Господь Чайтанья Махапрабху, находясь в Навадвипе, он проявлял лилы на Нараяну. Он был как великий повелитель богини процветания.
Он все благоухало роскошью. Он жил очень великолепной жизнью. И этой обители, этой Навадвипе поклонялись великие полубоги, до сих пор поклоняются. Более того, у него была там также жена Вишнуприя, Лакшмиприя, Вишнуприя. И они были самой Лакшми Деви, которые поклоняются полубоги, которые стремятся все живые существа этого мира, богиня процветания. И Господь Чайтанья Махапрабху был дхармишта, он был очень строг в своем следовании дхарме. Он родился в семье брахманов. Он родился в семье очень праведных людей, и он очень строго следовал дхарме. И он очень сильно уважал брахманов. Он относился к брахманам с великим почтением. Он не хотел, чтобы даже слова брахманов были сказаны напрасно. Поэтому однажды, когда Господь Чайтанья Махапрабху пришел принимать омовение на Гангу, на берег Ганги, там его встретил один брахман. Но этот брахман был очень злым. Он разгневался на Господа Чайтанью. Он натянул свой шнур и проклял Господа Чайтанью. Порвал свой шнур и проклял Господа Чайтанью. Он сказал, чтоб тебе в этом мире не видать материального счастья, не видать тебе счастья в семейной жизни. Грыха сукха. Почему? Потому что этого брахмана, который не был чистым преданным, он не был даже, по сути дела, преданным, он был просто брахманом. Его не пускали на киртаны в доме Шриваса Такура. Мы знаем, что по вечерам эти киртаны в доме Шриваса Такура Господь Чайтанья Махапрабху проводил за закрытыми дверьми. Туда пускали только тех, кто были чистыми преданными. Этого брахмана не пускали, его не пускали несколько раз, и он настолько, его это так обидело, что он так разгневался на Господа Чайтанью, что когда он встретил его однажды утром, он его проклял. Он сказал, так, за то, что ты меня не пускаешь на киртаны, я тебя проклинаю. Не видать тебе счастья в этом материальном мире, не видать тебе счастья, мирского счастья в материальном мире. И Господь Чайтанья Махапрабху, не желая, чтобы слова брахмана были сказаны впустую, Господь Чайтанья принял его проклятие и принял саньясу. Поэтому он ушел в лес. А уйти в лес в соответствии с ведическими правилами, ведическим пониманием, это означает принять саньясу. Или наоборот, принять саньясу означает уйти в лес, стать ваначари, стать жить в лесу, жить в уединении. Господь Чайтанья Махапрабху стал жить в лесу, приняв саньясу, повинуясь проклятию этого брахмана. Это была лила Господа, конечно, он все сделал так, фасилитировал, чтобы принять саньясу, но тем не менее. Но, что интересно, далее говорится о том, что Господь бегает за кем-то. За кем же Господь Чайтанья Махапрабху бегает? Непонятно нам пока. Пока нам не расскажет тот, кто знает. Ачарья. Вишна Чакраварти Такур пишет, что Господь Чайтанья Махапрабху, Анвадават, бегает из-за своего великого сострадания. Дайитая, это также слово связано со словом Дая. Дая означает сострадание. И Дайитая означает, что Господь из-за сострадания своего бегает или много передвигается, быстро передвигается, выискивая Майя Мрыга, тех, кто стали игрушкой в руках Майи. То есть, другими словами, за нами всеми. Господь Чайтанья Махапрабху бегает по всему этому миру. Господь Чайтанья Махапрабху лично во время своей проката лилы путешествовал по всей Индии. Он путешествовал ради этих Майя Мрыга. Майя Мрыга, говорит Вишна Чакраварти Такур, это те, кто стали игрушкой в руках Майи в виде богатства, денег, семейной жизни, детей, работы и так далее. Те, кто не видит смысла жизни ни в чем другом, кроме этого. Они стали игрушкой в руках Майи. Господь Чайтанья Махапрабху бегает за ними, чтобы даровать им возможность обрести любовь к Кришне. Из своего великого сострадания. Поэтому я склоняюсь в глубоком почтении к его лотосным стопам. Интересно, правда, как Бхагава, там один даже стих может иметь множество разных смыслов, разных значений. Удивительно. У нас осталось 20 минут времени. Что касается того, как Господь Чайтанья Махапрабху связан со Шримад Бхагаватам, или как Бхагаватам переходит в описание лил Господа Чайтанья, этому тоже есть определенное объяснение или определенная последовательность. Мы все знаем, что Шрила Прабхупада говорил, что азбукой духовной жизни, прежде чем изучать Шримад Бхагаватам, который является уже более возвышенным таким предметом изучения, нужно прочитать сначала азбуку духовной жизни. И азбукой духовной жизни является Бхагавад-гита.
Бхагавадгита – это то, что дает нам азы духовной жизни, все то необходимое для начала духовной жизни. Конечно, Бхагавадгита – это тоже своего рода океан, там есть очень много разных смыслов, но это все в сжатой форме. Потом это все объяснено в более широкой форме, в виде Бхагаватам. Шрила Прабхупада говорит, что Бхагаватам – это, если Бхагавадгита – это школа духовной жизни, то Бхагаватам – это институт или университет. Шримад Бхагаватам, изучение Шримад Бхагаватам – это можно сравнить с обучением в институте, когда мы учим уже конкретно, очень глубоко какие-то специализированные темы. Но даже после этого, после института, после университета, после этого глубокого изучения, есть еще один вид обучения или образования – это аспирантура. И аспирантурой духовной жизни является читание Чаритамрита. Шрила Прабхупада говорит, что читание Чаритамрита – это аспирантура. Это для тех, кто сдали экзамен в школе, для тех, кто хорошо учились в институте, кто поняли то, что, чему обучали в институте, те люди могут обрести благо, поступив в аспирантуру. И читание Чаритамрита является такой аспирантурой. Шрила Прабхупада говорил также, что Шримад Бхагаватам начинается там, где заканчивается Бхагавадгита. Или Бхагавадгита заканчивается там, где начинается Шримад Бхагават. Если мы посмотрим, то последнее наставление Господа Кришны, Чарам Шлок, это стих из 18 главы Бхагавадгиты. Какой стих? Какое последнее наставление Господь Кришна дал? Сарва дхарман паритяджа мамайкам шаранам браджа. Оставь все виды религии, все пути, просто предайся мне, я позабочусь о тебе. Бхагаватам в самом начале, во втором стихе, говорит «Дхарма проджита кайтаво атра». В этом писании или на этом пути, который провозглашает Бхагаватам, нету других видов обманной деятельности, других видов дхармы. Это то же самое, что говорит Господь Кришна, призывая Арджуну оставить все виды дхармы. Бхагаватам говорит, что они здесь уже оставлены, их здесь нет. Мы это обсуждали в самом начале также. Поэтому эти три книги, и даже не только они, но в частности эти три книги Бхагаватам, Бхагавадгита и читание Чаритамрита, являются в широком смысле Бхагаватам также. Само слово «Бхагаватам» означает то, что имеет непосредственное отношение к Шримад Бхагавану. То, что непосредственно связано с Бхагаваном, его называют Бхагаватом. Поэтому мы вчера говорили, что есть два вида Бхагавата. Есть книга Бхагавата и преданный Бхагавата. Потому что они оба очень тесно связаны с Бхагаваном. Они неразрывно связаны с Бхагаваном. Они в какой-то степени не отличны от Бхагавана, от Верховного Господа. Интересно, как Шрила Прабхупада однажды, в 1968 году на одной из лекций Шрила Прабхупаду спросили, ему задали вопрос, какая-то женщина, которая, очевидно, пришла впервые на лекцию Шрила Прабхупады, она спросила, есть ли кто-то в Бхагаватам, в Шримад Бхагаватам, кто-то подобный Жанне Дарк. Все из вас знают, кто такая Жанна Дарк. Это великая героиня средних веков, которую многие считают святой. Люди считают ее святой. И эта женщина спросила, есть ли кто-то подобный Жанне Дарк в Шримад Бхагаватам? Шрила Прабхупада сказал, а почему вы не хотите принять тех Жан Дарк, которые уже есть в Бхагаватам? Примите их. Но потом Шрила Прабхупада сказал очень интересную вещь. Он говорит, что вы имеете в виду под Бхагаватам? Что вы подразумеваете под словом Бхагават? Бхагавата означает то, что происходит от Бхагавана. Тогда слово изменяется в Бхагавата. Все то, что связано, имеет отношение к Бхагавану, это есть Бхагавата. Поэтому Бхагаватам безграничен. Бхагаватам это не только книга, которая у нас есть, 18 тысяч стихов, 12 песен. В широком смысле это все то, что связано с Бхагаваном. Любое, все, что все, кто имеют отношение с Богом, это все есть Бхагаватам. Поэтому, говорит Шрила Прабхупада, если у Жанны Дарк были отношения с Богом, то тогда она тоже Бхагаватам. Но это нужно посмотреть, были ли у нее отношения с Богом или нет. Это другой вопрос. Но если у нее были отношения с Богом, близкие, тогда она тоже Бхагаватам. Тогда, слушая о ней, мы слушаем Бхагаватам. Таким образом нужно понимать слово Бхагаватам, говорит Шрила Прабхупада. То есть, другими словами, эти книги, которые описывают Бхагавана, Господа Кришну, Господа Чайтанью или другие формы Господа, это и есть Бхагаватам. Это то, что мы должны слушать. То, что мы должны постоянно слушать. Но лучшим из этих видов Бхагавата является Бхагаватам, читание Чаритамрита, Бхагавадгита, то, что дал нам Шрила Прабхупада, то, что у нас есть уже.
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что послание Господа Чайтаньи абсолютно ничем не отличается от послания Бхагаватам, и послание Бхагаватам ничем абсолютно не отличается от послания Господа Чайтаньи. Они тождественны. Господь Чайтанья проповедовал Бхагаватам и ничего, кроме Бхагаватам. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит очень интересную вещь в одной из своих лекций. Он говорит, что до прихода Господа Чайтаньи Махапрабху многие люди изучали Бхагаватам, многие люди читали Бхагаватам, но настоящий смысл Бхагаватам, в полной мере смысл Бхагаватам можно понять только прочитав Шри Чайтанья Чаритамриту. Только прочитав Чайтанья Чаритамриту человек сможет понять истинный, сокровенный, высокий смысл, глубокий смысл Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам, говорит он, нужно читать в Чайтанья Чаритамрите, в рамках Чайтанья Чаритамриты, смотря через пример Господа Чайтанья Махапрабху. Поэтому он говорит, в другом месте он говорит, что один человек из Мадва Сампрадая переводит Бхагаватам на одну из местных языков Индии, и он говорит, что но его перевод не полный, он хороший, но он несовершенный. Почему? Потому что он не принимает Господа Чайтанью Махапрабху. Он не верит в Господа Чайтанью. Он принимает его великим, святым, но дживой, но не Кришной, не Богом. Поэтому он сам утрачивает что-то, какое-то понимание Верховного Господа, которое является самым сокровенным пониманием Господа. Он говорит, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что те, кто не слышали о Чайтанье Деве, кто не получил сполна милости Чайтанья Девы, те не смогут понять Бхагаватам, даже изучая его, они не смогут понять его полностью. Бхагаватам будет чуть-чуть скрыт от них. Те, кто не идут по этому пути, они не смогут совершенно перевести Бхагаватам. Они не смогут понять Бхагаватам совершенным образом. Почему? Возникает вопрос, почему? Очень такое строгое утверждение, как это так? Почему? Объясните. Поэтому есть очень сокровенное объяснение, очень интересное объяснение. Лила Господа Чайтаньи Махапрабху началась, причина прихода Господа Чайтаньи Махапрабху заключается, сокровенная причина его прихода заключается в том, как мы знаем, что Господь Чайтанья Махапрабху хотел испытать чувства, которые испытывают самые близкие спутники Господа Кришны по отношению к Господу Кришне. Господь Чайтанья Махапрабху – это никто иной, как сам Кришна. И он видел, что его ближайшие спутники, гопи, настолько яростно служат ему, так служат ему, они оставили все ради него, что Господь Кришна почувствовал себя в долгу перед ними. В 10-й песне Бхагаватам, перед самой Расалилой, самой сокровенной частью Шримад Бхагаватам, Господь Кришна произносит знаменитый стих «Напара ехам нироватя самьюджам, свасаду крытя вибудха, аюша пива». Я Мабхаджан Дурджая Геха Шринкала Самврищата Два Пратияту Садуна. Мои дорогие гопи, говорит он, даже за всю жизнь Господа Брама я не смогу отплатить вам за ваше чистое бескорыстное служение. Ваша связь со мной выше любых упреков. Вы поклонялись мне, разорвав все узы, столь дорогие сердцу каждого, даже семейные узы. Пусть же ваши славные дела будут воздаянием вам. Наши ачарьи говорят, что гопи заставили Господа Кришну нарушить свое обещание, которое Господь Кришна дал в Бхагавадгите. Господь Кришна в Бхагавадгите сказал: «Ейятамам прападьянте тамстатайва баджам ягам». Если человек, как человек поклоняется мне, так я его и вознаграждаю. Но гопи так поклонялись Господу Кришне, что Господь Кришна говорит: «Я не могу вас вознаградить». Господь Кришна нарушил свое слово. Его заставили это сделать его ближайшие спутники, гопи, его величайшие преданные. Поэтому Гор Говинда с вами в своем «Берег разлуки», он говорит, что Кришна в этой ситуации вынужден, он просто вынужден плакать, он вынужден рыдать. Это единственное, что остается, единственный шанс, который у него остается. Он вынужден рыдать. Когда человек рыдает, это само по себе уже указывает на какую-то беспомощность. Кришна начинает рыдать и просить, он начинает ходить по всему миру и просить, он начинает просить этого настроения гопи. Он принимает внешне, он изменяет свою форму, он настолько поглощается настроением гопи, в частности, самой лучшей из всех гопи, Шримати Радхарани, что он принимает сияние ее тела, и он становится внешне похож на нее, он принимает ее настроение, и он ходит и просит любви к Кришне, как это делает Шримати Радхарани, такой же любви к Господу Кришне, которую испытывает Шримати Радхарани. Поэтому читание Чаритамрита и жизнь Господа Чайтаньи начинается именно с этого момента, самой сокровенной части Бхагавата, которая находится в 10-й песне Бхагавата. Это кульминация всего Бхагавата, это самая сокровенная часть Бхагавата. Поэтому Господь Кришна становится должником
Он принимает шафрановые одежды, начинает просить подаяния. Но здесь может возникнуть вопрос. Этот вопрос часто задается. Если это очень сокровенный вопрос. Если эта часть Бхагавата является самой сокровенной, самой возвышенной, и более того, из всех спутников Господа Кришны самой возвышенной является Шримати Радхарани, то почему? Почему ее имя не упомянуто в Шримад Бхагавате? Почему в Шримад Бхагаватам нет имени Шримати Радхарани? Если вы прочитаете Бхагаватам на санскрите, вы увидите, что ее имя там не упоминается. Хотя в других Пуранах она описана во многих местах очень откровенно, ну не то что откровенно, но прямо, непосредственно, но в Бхагаватам этого нет. Это еще одна великая мистерия Бхагавата. Бхагаватам, будучи Прамана Широмани, лучшим из всех видов доказательств, указывает нам правильное отношение к этой теме, что эту тему не пристало обсуждать вот так прямо на каждом углу, везде рисовать Рада Кришну, говорить о Рада Кришне. Эту тему нужно обсуждать очень с большим почтением, держа ее у себя на голове. Матала Гариджану Киртана Ранги, Путала Рагапата Гаурава Банги. Нужно поклоняться этому пути, держа его у себя на голове, пути, по которому мы шли гопи. Шрила Горгувинда с вами опять же говорит, что описывает разные объяснения этому, почему имя Шримати Радхарани не упомянуто в Бхагаватам, но Горгувинда с вами говорит, что оно есть там, как и есть, и другие комментаторы об этом также говорят, оно есть там, но его может увидеть только тот, кто обладает достаточно правильным видением, необходимым видением. Оно специально сокрыто для того, чтобы люди неквалифицированные не увидели его. Бхактинот Такур Джайватарме пишет, что какой прок дать человеку джапу малу, то есть четкий для джапы, какой прок от того, что если мы дадим джапу человеку, который будет носить эту джапу просто у себя на шее, как украшение. Джапа не предназначена для этого, мало, четкий не предназначен для этого, они предназначены для того, чтобы повторять о них джапу. Точно так же эти сокровенные темы, какой смысл давать их просто всем подряд, людям, которые, может быть, не квалифицированы для этого. Но настоящая ученость, говорит Бхактинот Такур, который обладал Шукадев Госвами, Вьясадев, заключается в том, чтобы самые сокровенные вещи, то, что не пристало говорить при всех так публично, чтобы описать эти вещи так, чтобы люди неквалифицированные не смогли их понять, но люди квалифицированные смогли понять их одновременно. Писать их такими словами, чтобы это было одновременно и для тех людей, и для тех. Те, кто должны понять, чтобы они и так поняли, а те, кто не должны понять, чтобы они ничего и не поняли. В этом есть настоящая ученость. На самом деле Шукадев Госвами во многих местах Бхагаватам указывает на нее, но он указывает на нее не прямо. В частности, в 30 и 47 главе, в 10 песне Бхагаватам. И он говорит там такие слова, как «квачит», одна гопи или вадва, одна девушка. Но в одном месте он практически вот-вот уже упомянет ее имя. Он говорит «Аная Радхита Нунам». Это одно место, в котором непосредственно практически полностью упоминается имя Шримати Радхарани. Но это имя указывает на Господа Кришну. А Радхита означает Кришна, которому очень сильно поклонялась она. Он все равно не называет ее по имени. «Аная» означает ею он был буквально поклоняем. Это день причастия прошедшего времени, в русском языке его, к сожалению, нету, но буквально это он был поклоняем ею настолько сильно, что он захотел провести время с ней, но не с нами, говорят все гопи, которые ходили там, искали Кришну перед танцем расы. Поэтому эта тема Рада Татва, это самое сокровенное, что у нас есть. Я не пристала обсуждать вот так просто, без никаких ограничений. Это очень сокровенная вещь. И однажды, как рассказывают ученики Шрилы Прабхупады, недавно на Радаштаме Бадха Гаридас преподавал лекцию. И он рассказывал, как однажды Шрила Прабхупада услышал во Вриндаване, как один из его учеников поет «Раде, раде, раде, раде». Шрила Прабхупада сразу же приказал остановить его, и он стал отчитывать этого ученика. Он сказал: «Шукадев Госвами даже не произносит имя Шримати Радхарани в Бхагаватам. А ты себе вот так позволяешь рады, 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 рады. Что это за этикет? Что это за почтение?» Это не означает, что мы не должны повторять ее святое имя. Это не означает, что мы не должны произносить его. Нет, мы должны это делать, но мы должны это делать с правильным настроением, понимая, что это самое сокровенное, что у нас есть. Это самая сокровенная тема. У нас осталось очень мало времени.
Я обещал сегодня также рассказать, у нас осталось 7 минут, я прочитаю и расскажу о том, какие блага, какие плоды обретает человек, сталкиваясь со Шримад-Бхагаватом, которую мы обсуждали до этого, это очень сокровенная тема. Но на самом деле я хотел еще сказать одну вещь, о которой говорит Карабаджина Муни в конце. Он говорит, что Господу, я так и это не сказал, когда мы обсуждали Кришнаварну Тиша Кришнам, Господу в Кали-йогу поклоняются люди, наделенные разумом, Сумедаса, но, он говорит, они поклоняются ему Ягьяхи Санкиртана Праяйр, они поклоняются ему, занимаясь Санкиртана Яги, преимущественно, то есть большую часть их времени Праяйр занимает Санкиртана Яги. Так люди в Кали-йогу поклоняются Господу. И Бхагаватам во многих местах прославляет Санкиртану или Киртану, воспевание славы Господу. Воспевание святого имени или воспевание его качеств. И вплоть до такой степени, что 12-я песня Бхагаватам, что Шукадева Госвами говорит, что Кали-юга – это океан порока. Кали-юга – это сосредоточие всего порока. Кали-югу – это доша-нидхи. Доша-нидхи означает океан порока, это океан нечистот буквально. Доша-нидхи. Но в этом океане нечистот, в этом океане порока есть одна гуна, одно хорошее качество. Астигеку Магадгуна, великое качество. Это великое качество заключается в том, что Киртана Дева Кришнася Мукта Сангам Парам Враджет. Просто благодаря повторению святого имени Кришны, воспеванию славы Кришны, человек обретет величайшее освобождение Мукта Сангам Парам Враджет. Он обретет возможность стать спутником Господа в духовном мире. Это одна из причин, почему Махараджа Парикшит не убил Кали, но помиловал его. Наши ачарьи объясняют, что Махараджа Парикшит был Сараграхи Вайшнавом. Он был Вайшнавом, который извлекает суть, который видит только самое хорошее. Господь Кришна в Удава-гите в 11-й песне говорит, что склонность человека видеть хорошее и плохое в других, то есть недостатки и хорошее качество, это само по себе, эта способность является недостатком. Представьте себе. Это высокий уровень, конечно, но он является недостатком. Кришна говорит, что настоящее достоинство – это видеть только хорошее в других. Если мы проводим различия между гуной и дошей, между хорошими и плохими качествами, то это недостаток. Более высокий уровень – это видеть только хорошее в других. Поэтому Махараджа Парикшит – это невозможно имитировать ни в коем случае. И не нужно даже имитировать. Более того, в нашей практической жизни очень важно, иногда нужно видеть, замечать хорошее, чтобы делать выводы для себя, не для других. Но Махараджа Парикшит, будучи таким Сараграхи Вайшнавом, он понимал, что в Кали-югу человек может обрести высшее благо просто с помощью Харинама Санкиртана, поэтому он не видел всех других недостатков. Представляете, насколько положительное, позитивное видение. Везде только одни недостатки, есть только одно хорошее качество, но не видит никаких плохих качеств, видит только хорошее качество. И все. Поэтому он помиловал Кали. И самый последний стих Бхагаватам, на самом деле, прославляет Санкиртану. Самый-самый последний стих из 12 песни, 12-12-23. Там говорится, «Нама Санкиртанам яся сарва папа пранашанам, пранамо дукха шаманас, там намами харим парам». Я кланяюсь Верховному Господу Хари, воспевание чьего святого имени избавляет от всех грехов и избавляет от всех страданий. Дукха шаманас. Поэтому Бхагаватам все время прославляет Санкиртану. Даже я недавно слышал, как Мадхавананда Прабху рассказывал мне, что один великий ученый, Вайшнав, Факир Моган Прабху, близкий друг Гур Говинды Свами, он, ссылаясь на Санатану Госвами, комментирует, он говорит, что Санатана Госвами комментирует один стих из Шримад Бхагаватам, в котором говорится «Идам Бхагаватам Нама Пуранам Брама Саммитам». Это 7 глава первой песни. Что Вьясадева создал эту великую Пурану, которая во всех отношениях равна абсолютной истине, Браме, Браману. Он говорит, что в этом стихе эти слова «Идам Бхагаватам Нама Пуранам Брама Саммитам» также означает, что Бхагаватам – это Нама Пурана. Это Пурана, которая призывает и учит человека повторять святое имя Нама. Это очень сокровенное, очень неизвестное объяснение, но это тоже возможное объяснение. Может быть, это также не стоит рассказывать всем подряд, но для себя, для своего вдохновения, для своего баджана вы можете
поразмышлять над ним, что Бхагаватам призывает повторять на святое имя везде, всеми своими стихами. Все, теперь буквально еще некоторое время непосредственные плоды. Где же плоды? Калашрути. Вы прослушали этот семинар о славе Шримад Бхагаватам, но где же плоды слушания? В каждом, мы говорили в начале, что у каждой книги в конце должны быть калашрути. Какие плоды человек обретает в результате слушания? Вот они, эти плоды. Первое. Это Санатана Госвами говорит, цитирует разные писания в своей Харибхакти Виласе, в 10-й Виласе. Он говорит, что в этот век Кали те, кто принимает Шримад Бхагаватам таким же дорогим, как собственная жизнь, никогда не будут страдать от наказания Ямараджа в течение сотен кальп. Даже в течение сотен кальп они не пострадают от наказания Ямараджа. Знай точно, что те, кто регулярно поклоняются Шримад Бхагаватам в своих домах, уже удовлетворили всех полубогов. Если человек просто поклоняется Бхагаватам в своих домах, а мы вчера говорили, как нужно поклоняться Бхагаватам, с любовью слушая его и читая другим или себе. Очень благоприятно держать дома даже половину шлока ардам, шлока падам ва, варам Бхагаватам грихе. Очень благоприятно держать дома даже половину или одну четверть шлоки Шримад Бхагаватам. Если у вас даже нету целой книги, но у вас написано четверть шлоки из Бхагаватам дома, то уже очень благоприятно. Нет необходимости собирать библиотеку из сотен и тысяч книг. Шримад Бхагаватам – это совершенная и полная книга. В этот век Кали тот, кто не хранит в своем доме Шримад Бхагаватам, снова возвратится в обитель Ямараджи. Тот, у кого нету Бхагаватам дома, он возвратится в обитель Ямараджи. Как человек может называться вайшнавом, если он не обладает копией Шримад Бхагаватам? О Нарада, такой человек в действительности ниже собакоеда, даже если он родился в семье брахмана. Если вы хотите записать что-то из этого, то, к сожалению, у нас мало времени, может быть, потом вы сможете это прослушать и записать уже подробно. Сейчас мы просто попытаемся вдохновиться этими высказываниями. О Господь Хари вместе со всеми полубогами лично остается там, где заботливо хранят и поклоняются Шримад Бхагаватам. Все святые реки и озера также присутствуют в месте, где находится Шримад Бхагаватам. В доме, где Шримад Бхагаватам с почтением цитируется и изучается, присутствуют все святые места, так же, как и все богатство и все жертвоприношения. Тот, кто регулярно, вот это самое, я помню, когда первый раз прочитал, оно меня затронуло. Это еще раз указывает на желание, которое есть в моем сердце. Тот, кто регулярно повторяет Бхагаватам, слушайте внимательно, обретает благо от пожертвования коричневой коровы с каждым произнесенным звуком. С каждым звуком, который человек произносит, он жертвует корову, брахману, дает в пожертвование корову, раздает корову. Если вам нужно раздать корову, посчитайте, сколько вам нужно раздать, прочитайте столько же звуков Шримад Бхагавата. Конечно, это не самое большое благо, которое человек обретает от изучения Бхагавата, но для человека с материальными желаниями это достаточно серьезный мотив. Более того, просто с прочтением, просто с почтением слушая или повторяя даже половину или четверть шлоки Бхагаватам каждый день, человек получает благо от пожертвования тысячи коров. Человек раздает пожертвование тысячи коров. Там, где содержится четверть или половина шлоки Шримад Бхагаватам, всегда пребывает Господь Хари. Повторяя Шримад Бхагаватам перед Божеством Господа Кришны, человек позднее насладится трансцендентными играми с Господом и Его преданными вместе с миллиардом членов своей семьи. Сложно сказать, что такое миллиард членов своей семьи. Скорее всего, это 1/6 всего земного шара. В какой-то степени они все члены нашей семьи, великой семьи. Ну, то есть, другими словами, у нас всех есть шанс все вместе вернуться домой к Богу, потому что как минимум 6 человек в этом мире повторяют Бхагаватам перед Божеством Господа Кришны. Это то, что говорят Пураны. То, что говорит Господь Чайтанья Махапрабху.
Обращаясь к Девананде Пандиту, вчера мы говорили немножко о Девананде. Когда Девананда пришел к Господу Чайтанья, сказал: «Прости меня за то, что я совершал оскорбление. Скажи мне, что я должен делать? Как я должен объяснять Бхагаватам?» Господь Чайтанья сказал: «Объясняя Бхагаватам, ты не должен говорить ни о чем, кроме бхакти. Ты не должен даже упоминать ничего, кроме бхакти. Вначале ади мадья анте бхагавате эйкой вишну бхакти нитья сиддал акхой обивай. В начале, в середине и в конце Шримад-Бхагаватам описано только Вишну-Бхакти, как вечное, совершенное, неистощимое и непогрешимое. Это Вишну-Бхакти не уничтожается даже во время разрушения Вселенной. Поскольку Бхагаватам описывает это Вишну-Бхакти, нет равных этой книге. Поэтому Бхагаватам не приходит в этот мир, как другие писания. Он не написан человеком. Он приходит Авирбхава и уходит Тирубхава по своей сладкой воле, как аватары Господа. Иногда он проявляется, иногда он исчезает, как сам Господь в своих аватарах. По милости Кришны и благодаря преданности Вьясадева он появился из его языка. Но при этом он остается непостижимым, как и сам Господь и вся наука о Господе. Это вердикт всех шастр. Поэтому тот человек, говорит Господь Чайтанья, который утверждает, что я знаю Бхагаватам, я постиг Бхагаватам, на самом деле не понимает Бхагаватам. Он не знает славы Бхагаватам. Шримад Бхагаватам наполнен премой. Према моей Бхагавата, Шри Кришна Ранга, Тахате Когенджата Гопио Кришна Ранга. Он часть тела Кришны. Все сокровенные игры Господа Кришны описаны в нем. И поэтому, говорит Господь Чайтанья, иди и обучай Бхагаватам, объясняя нектар Кришна Бхакти. Вот так ты должен обучать Бхагаватам. Он говорит, что в этом мире есть четыре формы Господа Кришны. Есть Шримад Бхагаватам, Туласи, Ганга и Вайшнавы, Бхактаджана. И есть божества Господа Кришны. Но отличие этих четырех форм от божества, объясняет Господь Чайтанья, заключается в том, что божество, прежде чем поклоняться, прежде чем в нем проявится Господь Кришна, это божество нужно установить, нужно сделать прана-пратишту, призвать туда Господа Кришну. Но эти четыре формы не нужно устанавливать. С самого своего момента появления в этом мире они уже являются формами Господа Кришны. Бхагаватам, Туласи, Ганга и Бхактаджан, Вайшнавы, преданные. Они не нуждаются в восстановлении. Поэтому, говорит Господь Чайтанья, никакое, ничто неблагоприятное не может даже войти в дом, где содержится Шримад Бхагаватам. Ничто неблагоприятное не может войти в дом, где содержится Шримад Бхагаватам. Последнее на сегодня. Относительно фестивалей. Сам Господь Кришна в Сканда Пуране, обращаясь к Господу Браме, объясняя славу Шримад Бхагаватам, говорит: «О Брама, о Суврата, совершающий суровые аскезы, хорошие обеты, среди всех видов фестивалей лучший фестиваль – это когда обсуждают Шримад Бхагаватам, на котором обсуждают Шримад Бхагаватам. Те, кто участвует в таких фестивалях для моего удовлетворения и слушают Бхагаватам с преданностью, и те, кто поклоняются Шримад Бхагаватам различными параферналиями, заставляют меня стать их подчиненным, прийти под их контроль. Они, другими словами, начинают контролировать меня. Те, кто просто слушают Бхагаватам на таких фестивалях. Опять же, Бхагаватам означает то, что связано с Кришной, то включает святое имя Господа Кришны, повествование о нем, которое описано и передается почти ученическим приемом. Поэтому, слушая Шримад Бхагаватам, слушая святое имя, повторяя святое имя на таких великих фестивалях, общаясь друг с другом, Господь Кришна, может быть, в какой-то день захочет появиться в нашей жизни и прийти в наше сердце. Мы не стремимся к тому, чтобы привлечь Кришну под свой контроль, чтобы начать контролировать Кришну. Нет, это абсолютно не наша цель. Наша цель абсолютно противоположна. Мы хотим, чтобы Господь Кришна захотел просто прийти в нашу жизнь, в наше сердце, проявиться в нашем сознании, чтобы мы смогли достичь чистого сознания Кришны. Это легко достичь, просто слушая Шримад Бхагаватам, слушая Его Святое Имя, повторяя Его, общаясь с преданными. Спасибо большое вам за то, что вы делали это на этом фестивале, за то, что вы слушали Бхагаватам, повторяли и слушали Святое Имя, общались с преданными, занимались другими видами преданного служения. Просто продолжайте делать это, взяв это вдохновение от этого фестиваля, сохранив его с собой навсегда. Или как минимум на один год до следующего фестиваля. Я вам очень искренне этого желаю и самому себе также.
желаю того же самого. Спасибо большое за ваше внимание. Гранта Раджа Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Бхакти Сангама 2011 Ки Джай. Нитай Гоура Премананде Хари Хари Гоу.